поселке Октябрьский будет построена новая поликлиника на 500 посещений в смену. Срок реализации проекта 2022-2025 годы. Строители приступили к подготовке площадки. Объект посетил глава округа Владимир Волков. По словам представителей подрядной организации, зайти на площадку удалось не сразу. Долгие годы место пустовало, и местные жители приспособили его под свои нужды. Возвели домики, хозяйственные постройки, более 20 строений. Местные власти квалифицировали данные действия как самозахват земли. Поэтапно мы приехали, да, соответственно, долго беседовали с жителями, совместно с администрацией, проговорили все вопросы. И поэтапно, потихонечку, чтобы там не было конфликтов, да, произвели демонтаж. Территория захламлена строительным мусором, бревнами, досками, кровельными материалами. Встречаются стволы плодовых деревьев. Часть мусора обгоревшая. Здесь случались пожары. Сегодня ведутся подготовительные работы, выравнивание площадки и последующая установка ограждения. Владимир Волков провел на объекте совещание и поставил перед подрядчиками задачу до 1 декабря очистить территорию и установить по периметру площадки ограждение. Алексей Абрамов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.